А вон он, и детский ГУМ. Пойдемте. Нам сюда. Детский ГУМ. И вон там Никольская улица. Вот там в самом конце Никольская улица. Посмотрите, какая красота. Что, вы готовы? Игрушка-патруль! Мы смотрим на игрушки, но не покупаем их! Ну, там непечатный был. Ну, почитайте слух. Я вам читаю, давай. Так, а у меня... Покататься на снежной рыбке. Ой, справите? Да, она у тебя. Ой, покорись. Самый высокий, да? Давай. Спасибо. Смотрите, мы вытащили какие-то приколюшечки даже. Так, а мы едем наверх. Вау, смотрите, какой мишка. Вот это я понимаю, да, сразу как-то по-душевному стало. А вот он, детский ГУМ. Посмотрите, сколько тут всего красоты стало. Зайчики. Вот, Валя, они. Эти куклы. Да, которые как живые. Да, Ханса. Вот многие писали в комментариях, типа, что хотят себе вот такие игрушки Ханса, которые похожи на настоящих. А. Ой, какой кот! Это песики такие. Ой, какая чароваха. Самое главное, цены вообще не написаны нигде. То есть нужно, походу, все спрашивать у продавцов. А, не, вот, 3000, смотри. На них написано, Валь. Милане больше всего понравился вот этот котяра. О. Сколько он стоит, подожди. 3000 стоит, Милан. 3000? Ну, нормально. Давайте на Новый год такого подарю. Только большого. Такого хочешь? Да, я хочу маленького. Что это? 20 тысяч заяц? Да. А что за заяц такой? Ну, их показывают, все покупают там этот Бородина себе. Все заказывают. А, Бородина себе такого купила? Слушай, нормально. Вау, тут коллекционные игрушки, смотрите какие. Королон. Слушай, они такие жуткие. Очень жуткие игрушки. Вот Пикачу вообще топовый, ты посмотри на него. Он как настоящий, говорит. Ух ты. Боско магазин. Там, кстати, вон это обувь Дольче Габбана. Гир. О. Сколько стоит? 16 тысяч. Вот. Ботиночки 16 тысяч. А, да, вот они, Дольче Габбана. Вообще шикардос. Сорок две тысячи. Ну, полторы тысячи. Да? Угу. Берем. Ну, давай, мерить, давай тут бери. Да нет, Миша, надо 20 Да, красота тут. Кстати, Леня, я там нашел Гуччи ботиночки детские. Детский магазин. 50 тысяч. А женщины все ходят, типа, это, а? Такой деловой стиль торговой, ну, как... А, ну да, формы. Да, странно. Типа, странновато. Не, понимаешь, типа, магазин такой, вообще, ну, детский. Ну типа, да, строгие такие все. О, какие примерочные красивые, Леня, ты посмотри. Я бы так жил хотел бы. Стать принцесской. Да. Смотри, мы принцесски, Леня. О, сейчас фоточку сделаем в Инстаграм, подожди. Давай, вставай, потом скриншот сделаю еще принцесски. А еще все за нами ходят, как будто мы сейчас что-то стырим. Мне это тоже не нравится. То ли они ходят за тем, чтобы проконсультировать сразу же, да? То ли контролировать. Ну, если мы чуток, наверное, приостановимся где-то, то они сразу опа. Ага. Опа, ну вот они, новые колготочки Миланины. Итальянские, за полторашечку. Да? Да. Блин, офигенные, слушай. Я говорю, какой шарфик еще взял бы. Ну, разве это не милота, вы только посмотрите. И кот этот здесь. А сколько кот стоит? Лёнь, смотри, пожалуйста. Да, там в попе написано. Или не написано? 4800 код. Вот надо открывать все ценники, вот это неудобно сделано. А вот и Гуччи. Видите тут? О, Гуччи шарф сколько стоит. Найдешь? Или ты боишься его трогать? Не испачкай. Двадцать два.
22 тысячи стоят шарфи Гуччи. А, ну да, вот все Гуччи, смотри. Панама, как у Гуччи деда. Сколько панама стоит? Зацените, Леня, пожалуйста. Тут бирок сколько? Вот это, да, вот этот. 25 600 панамка. Вот, смотрите, все бычки, которые бывают. Вот. Я бы Ханс убрал. Ну, прикольный вот этот. Вот этот прикольный. Вот этот прикольный. Ну, это как настоящий. Да, как настоящий, в этом прикола нет. У нас настоящих бычков мы пересмотрели на своей жизни. У тебя сколько этот? 1600. Вот, ну, бери этот. Давайте вот этот. Мне кажется, вот этот самый лучший. А тебе, Валька? Ну, этот вообще шоу. В общем, мама, Леня привезет тебе бычка из гумы. Это будет самый дорогой бычок в деревне. А вот и куклы Реборн, которые все хотят. Многие писали в комментариях, голосовали, что хотят себе именно такую. Вот, сколько стоит она? 11. Ну, 11 нормально. В Америке они по 6, по 7 по закупке идут. То есть, если из Америки заказать. Так что нормально. Смотри, здесь... Валь, смотри, у него даже сопли текут. Вы видите, у него сопли текут? Посмотрите, какие статуэточки. Сколько они стоят? 700 рублей. Вот, тут и принцесски, и короли. Вау. Баяла. А, реберны, оказывается, есть, которые еще лежат. Типа побольше. Видите, есть реберны, которые это стоят, а есть, которые лежат. Вот. На него слезы текут и сопли. Оу, смотрите. Красота какая. А мы сейчас идем вниз, тут говорят, елочные игрушки и красота такая. Вау, чебурашечки. Вот это да. 3700 чебурашка. Этот сайт мультфильма прям. Вот взгляните, какую буратину мы нашли. Давай посигналь. На входе еще обязательно проверьте, чтобы не пищало. Вот, кстати, смотрите, у мальчиков набросано все, да? А у девочек такого нету. Вот Армани, смотри, шапка. Сколько стоит? Шапка Армани. 10 тысяч. Нормально, то есть, если вот ребенка одеть один раз на зиму. Полностью. В одну шапку. О, смотрите, игрушки России. Вот тут бычки есть маленькие. Оп. Почему-то везде вот эти медведи стоят. Тут всякие эти. Матрешки. Матрешки, класс. Вот еще бычки. О, тут даже Олаф есть. Да. Вот этого Пикачу мне вообще так понравилось. Сколько он стоит? 32 тысячи. 32 тысячи? Вот этот Пикачу стоит 32 из норки. Это сколько зверей? Вот сфоткайте меня с ним на заставку. Смотрите, вот этот котенок стоит 20 тысяч. А я хотел его купить. Он вообще офигенный. Вот из такого надо брать. Похоже на нашего, да? Да, похож на нашего Смоки, когда мы его нашли. А вот тут и Шляйхмуркель. Вот эти фигурки Шляйхмуркель. 400-500 рублей маленькие стоят. А это отдел игрушек для мальчиков. Вот они, шлях-динозавры. Вот такой у меня был на обзоре на канале Закупыч, можете посмотреть. Я потом его продал на Авито за 5000. Так, и музычка тут играет с авторскими правами. Сейчас мне все забанят тут. Так что буду урывками включаться. О, Лень, запрыгивай, я тебя сфоткаю. А вот и Лего. Смотрите, вот какое Лего тут. Так, Лего. Лего почем? Опять же, ага. 200. 2200 вот такой стоит. И большие наборы. Вот это Йода, конечно, классный. Сколько он стоит, интересно. Йода офигенский. Оп. Оп. 7500. Йода 7500. Что, не работает? Автоматики работают? О, работает. Автоматы работают. Милан, смотри, там мультики показывают. Котенок Гав твой любимый. Тут советские мультики показывают. Ничего себе. Да, и тут даже техника продается. Вот можно купить, прикиньте, можно Бентли купить. Это как старинные игрушки, вот эти каталки. Почем они? 34 тысячи. 34 тысячи вот такая стоит тачка. А мы добрались до отдела с елочными украшениями.
Сейчас со своим родителем, думаю, здесь мы какой-нибудь шарик выберем. Есть, и вот видите, роспись вручную, которую... Но это, наверное, очень дорого, прям совсем. Интересно, сколько стоит. Валюш, там видно? 24 тысячи. 25 тысяч шар стоит. А вот как мы вчера в острове мечты катались. На молоте. А он всегда так стоит или его можно в ту сторону отклонить? Да? У-у-у. Он даже сальтуху сделает? Слушай, вот это антистресс. Смотрите, он прям на эту же сторону и отодвигается. Он практически запомнил положение. Вот это красота. И вот тоже. Парк аттракционов. Это как в этом. Твой дом, да? Да. В твоем доме мы такое видели. Да, целый город. Вау, советские, видите, какие игрушки еще. Вот тоже. Вон, шайбу. Хо-хо-хо. Не, знаете, если были бы деньги нормальные, вообще обалденный магаз. Тут даже Infinity надо по центру с Бейблейдом, посмотри. Какими, которых даже не купишь нигде. И качалочки, и Лего. Проходим, не останавливаемся. Не останавливаемся, Милан, надо тоботы здесь. Тебе 20? Нет, мне 21. 2021! С Новым годом!